Совершить путешествие по самым известным европейским ярмаркам, не покидая России, теперь может каждый. В центре столицы в шаговой доступности будет буквально вся Европа. Свои рождественские посольства здесь откроют Франция, Австрия, Дания и другие страны. В Камергерском переулке можно будет найти игрушки из Праги. На Пушкинской площади и Страстном бульваре – венские сладости. У Большого театра – поделки из Страсбурга, на Петровке – угощения из Копенгагена. Тех же, кому захочется всего и сразу, будет ждать Манежная площадь. Это действительно вот так вот будоражит воображение. И очень хорошо, что мы возвращаемся к истокам, что это вот всем нравится. Здоровское настроение, самое настоящее, что ни на есть новогоднее. И хотя сюда новогодних праздников далеко, казалось бы, но я сегодня сюда пришла, и я просто в диком восторге.